Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу. Музей Рарта представляет выставку Федора Кибанова, в чьих графических изображениях мир кажется погруженным в ночь, а протекающие в нем процессы непостижимы. Федор Кибанов родился в 1961 году в Петропавловске-Камчатском. Учился рисовать в мастерской Дьякова, народного художника России. С 1991 года живет в Санкт-Петербурге. Работы художника представлены в частных коллекциях в России и за рубежом. Вот что написано в анонсе к этой выставке. Работы, показывающие скрытые от глаз человека природные ритмы и механизмы. Во многом интуитивное, автоматическое творчество, восходящее к сюрреализму. Произведение, в котором компьютерные технологии и стихия выступают в соавторстве с художником. Художник создает небольшие графические листы, а затем долго обрабатывает их в цифровом редакторе, добиваясь нужного ему эффекта. Помимо аналогово цифровой графики, Кибанов работает с горячей эмалью. В этой технике в соавторстве с художником выступает стихия – огонь. Пигмент на поверхности медной доски попадает в печь, и результат обжига всегда непредсказуем. Кажется, все творчество Федора Кибанова строится на желание отпустить прирученную твердой рукой профессионального рисовальщика линию в свободное пространство. Даже то, что выглядит в этих работах как пятно, след таинственных движений линий. Она то генерирует загадочные и на что не похожие объемы, то притворяется схемой или чертежом. Но так или иначе, эта линия всегда движется, повинуясь воле Творца. В этих работах есть нечто органическое, показывающее скрытое от нас жизнь природы, ее ритмов и механизмов. Мир в работах Федора Кибанова кажется погруженным в ночь, а протекающие здесь процессы непостижимы. Как свидетельствует автор, мы устроены познавать окружающий нас мир, пространство, предметы. Мы делаем это, даже если явление перед нами необъяснимо. Воображение спасает наше сознание от пустоты и хаотичности. Старая потертая бумага, как материя Вселенной, в которой что-то изменилось, и художнику необходимо все исправить. Ну вот такое описание выставки Федора Кибанова в музее Рарта. Она называется «События ночи». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Смотрим работы.